командироты вызывал к себе. Вот. И чё? Сейчас, ну, бегу обратно к своим. Вот. Идет прорыв в нашем направлении. Там рота одна под пи***ган попала под замес. Нам полчаса дали. Мы должны выдвинуться к ним на помощь. Оборону держать. Вот. Их там осталось порядка там 30-40 человек. И нас вот 90 человек отправляют. Там большая группировка давит. Вот. Сейчас своих соберу. На броню будем туда выдвигаться. Весь боеприпас сказали с собой брать. Прорыв идет в нашем направлении. Ну, я знаю, они там хотели, да. Там же у вас трасса идет. Да, здесь получается только наше подразделение рядом с ними. И то нам сейчас дороги до них почти на БТРах. Вот. По лесам-то, по грязи хуй.